Выступление парней из секции ушу напоминает кадры из фильмов, снятых в стране восходящего солнца. Разогреть публику перед боями у них получилось. Через пару мгновений начинается первый бой. На ринге спортсмены из Улан-Удэ и Якутска. Поединок проходит по правилам К1. В первом раунде спортсмены обменялись сериями ударов, однако во втором бойцу из Бурятии удалось отправить соперника в нокдаун. Позже секундант отказался от боя, и кубок победителя остался дома. Тактика была, чтобы держать ближе, рвать дистанцию, чтобы не расстреливался на расстоянии, как бы противник выше, почти на 10 сантиметров. Ну и была задача ближе работать короткими сериями. Еще один боец из Бурятии, Бато Бадархаев, призер чемпионата Европы, уверенно закончил поединок досрочно, отправив нокаут противника из Китая. Хотел тактично вывести, как по виду ушу саньда, а соперник оказался вообще неудобный. И сыграли в этом моя как бы нетренированность после Европы. После Европы мало тренировался. И боец очень сильный. Боец, можно сказать, международного уровня. Самый тяжелый бой в этом году. Однако внимание зрителей было приковано не только к рингу. Приглашенной звездой спортивного события стал Бату Хасиков. Чемпион по кикбоксингу еще накануне во время своего мастер-класса отметил значимость этого турнира. Этот турнир очень символичен, символизирует дружбу и готовность к дальнейшему сотрудничеству, причем во всех сферах нашей жизни. Турнир Кубок Востока проводился в Бурятии первый раз. Победителям достались кубки, денежные призы и зрительские овации. Баир Цыдыпов, Алдар Дамбаев, Первое альтернативное.